Balsam Kifod показался мне слегка, ну что ли, однотипным на самом деле. Я думаю, не стоило выпускать на подиум такое большое количество моделей для этого показа, но я, за счет музыки, за счет определенных деталей в одежде, она ввела меня в такой немножко сказочный мир, и мне почему-то вспомнилась «Алиса в стране чудес», именно вот охранники, вся эта свита, не знаю почему, но в целом я тоже довольна. Произведением Камиля Сен-Санса. Это такое шутливая сюита о разных животных. В этот раз я выбрала часть аквариум. Вся коллекция была в рыбах, в таких, правда, немного злобных. Ну, я так увидела. Вот. И, конечно же, музыка для коллекции была тоже аквариум Камиля Сен-Санса.